Кто-то двери ночью не запирает, я смотрю, да? Грешим, грешим. Кто-то захотел на гауптвахту, видимо, да? Нет. Да, нет. Шмайсер есть. Слышь, отвали. Мне нужен твой шмайсер, твоя каска и твоя повязка. Мотоцикла у тебя нет, так что. Но мне нужен твой бронетранспортер, твоя каска и твоя нашивка. Все. Вот я закрываю дверь. Я молодец, я дверь закрыл. Все, крепость стала неприступной. Кто там торчит-то? Ты торчишь, торчок. А ты куда бежишь? Вот он выбежал и сразу же укрылся просто. Моментально. 0,1 секунды, чтобы присесть. Даже меньше, наверное. Там еще что-то башка постоянно вылезает. Дурацкая позиция. Гребные снайперы. Вот парни с автоматами, они не страшные. А вот парни с винтовками, блин. Вот это настоящая беда. С двух выстрелов вполне могут высечь. Точно, партизаны. Блин, да здесь еще больше. Я вырубил свет. Почему сигнализация не вырубается? Тревога, сигнализация, неважно. Не об этом речь. Да почему? А, здесь нет прохода. Мне показалось, там есть проход. Нормально мне показалось. Он там спрятаться в этой нише можно будет. В итоге чуть не сдох. Так, еще один болван на вышке. На вышке стенки, которые просто-напросто не простреливаются. Я ему в пятый раз уже в башку настреливаю, уже в седьмой, наверное, раз. И он не хочет помирать. Да сколько тебя стрелять-то надо, парень? Ты не ошалел ли? Отличный промах. Тянет на гейм-овер просто. Пора прекращать целиться. Тихо. И здесь еще навалом. Там еще по-любому. На башне кто-нибудь. Ёперный театр, еще понабежали. Ну, видите, сколько я в них патронов должен выпускать, чтобы они хотя бы как-то реагировали на что-то. Почувствовали боль хотя бы, не знаю. Кучка гребаных наркоманов. Да вырубить его свою дурацкую тревогу, да? Такс. И что дальше? Я думал, в грузовик надо садиться. Еще раз закрываем дверь. Ну, чтоб... Если трупы восстанут, они не смогли сюда пройти.
Дитрих! Дитрих, you here? Любитель карцеров, я смотрю, да? Хотя никакой это не карцер, это вообще какая-то... Это отдельная каюта просто на яхте премиум класса. Хокинс, спасибо. Иди в жопу. Я почему-то опять ранен. Радиолокатор. То есть этот чувак его просрал, этот Дитрих. А я, значит, возвращаю. Нормально. Кредит еще на меня свой повесь. Верните в банк кредит Дитриха. Тоже неплохо было бы. Эй, куда я стреляю, черт возьми? Тихо, не бегать. По школе не бегать, а это концлагерь. Я немножко перепутал, похоже. Вид похожий. Бегают. Им на все насрать вообще. Они просто бегают. Да откуда в меня настреливать-то начали уже? Парень немножко полетел. Отличная меткость. Потрясающая, запредельная. Так, и кто в меня настрелил-то? Вот ты, да? А я в тебя почему не настреливаю? Он тоже бегает, ему нормально. Все бегают, всем нормально. А, можно было эту штуку. Ну, понятно. Я, как всегда, как неудачник. Беспонтово просто замочил чувака. Но ее так пришлось сносить. Он спросил, как Дима день? Спасибо, неплохо. Опс. Апс. Аликапс. Я вообще не вижу. Он только что был там, и теперь его нет. Я стреляю туда и никуда не попадаю. Вот зато в меня отлично все попадают. Сейчас копыта откину, и на этом все закончится. Зараза, а? Интересная поза для отправления на тот свет. Ты как, парень? Видать, никак. Ломай! Конечно. Я говорю, ненавистник гребаных деревянных дверей. И постоянно кто-то, видимо, башкой прижимается к двери. Там послушать, что происходит. Как еще иначе объяснить? Эй, парень. Прям Вульфенштейн какой-то развели. Тайные двери, понимаешь ли? Ты ори больше. Я слышал, это помогает. Господи, я думал, лучше в небо просто светящийся уходит от этой штуки. Нехорошо так делать. Убери свой люгер. Получи нож. Правда, так темно, что я ничего не заметил. Как он там? Куда его убил? Нифига не видно. Можно я чем-нибудь лимузинчик возьму? Этот, например, неплохо выглядит. Нет, я буду ходить пешком, видимо. А, чё?
Я думал, уже как бы разделался со всеми плохими парнями. Нет, получай новую порцию. Офигеть. Ну что, весело? Хорошо. Так. Так, и где пулемет-то был? И почему я не могу по этим бочкам попасть, в конце концов? Да попади ты по бочкам, парниша. Там вроде движение какое-то. Давай, продолжай стрелять на открытом месте. Хорошая стратегия, я тебе скажу. Откуда они там постоянно берутся? Еще один, только спросил, а? Парень, ты откуда взялся? Ладно, в лоб просто идем. Вот и все. Теперь, видимо, внутрь, да? А, нет. Тоже еще одна маленькая дверь, которая открыта. А вот теперь внутрь, да. А, все, на выход? Или на вход? Так. Реактивное сопло. Это завод по производству АУ-2. Судя по всему. Знаете, разгружает товар, несмотря ни на что. Ну. Че, опять красиво, что я могу сказать? Опять красиво. Молодцы. Очень неплохо. Откуда у меня эта штука? Good luck. На какой железнодорожной станции? Так, сверху что у нас там? Фиг поймешь. Да, есть чувак. Есть чувак, но... Вот выцепи его оттуда. Поорал, да. Чувак есть, патронов нет. Так, и что этот ящик светится, интересно? Я, по-моему, сейчас нарушу молчание на этой базе. Я думал, сейчас рванет половина уровня. Но нет. Даже фриц как-то не особо спешат что-то смотреть, проверять. Но пока по стелсу. Я предпочел бы найти патроны какие-нибудь.